Итак, всем добрый день, утро. Да. Мы можем начинать. Сегодня у нас в программе, помимо обычной разминки, еще будет артикуляционная гимнастика от Антона, чтобы научиться увеличивать подвижность артикуляционного своего аппарата. Потом у нас будет упражнение по Владимиру Клюшину по сарфеджио, пение нотами. Это будет какое-то новенькое. И песня под Москвой на вечера, и повторение старых песен прям, если будет желание. Ну а сейчас мы начинаем. Начну, как обычно. Встаем, вдох, выдох, переодеваем. Вдох. Вдох. И последний раз вдох. Хорошо. И теперь руки в стороны. И вдох, и нога соединяем перед собой. И вдох. Хорошо. И теперь с наклоном задувание свечи. Сначала вправо набираем воздуха. И делаем выдох вправо. Поднимаемся. Теперь в центр. Теперь влево вдох. Хорошо, а теперь будем делать такой выдох по полукругу. Вращаемся, выдох. И в другую сторону. Хорошо. И теперь руки на ребра. Делаем вдох, ребра как гармошку расширяем. Выдох, расслабляем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох и выдох. Хорошо. И теперь вот такой самомассаж шеи. Сначала поднимаем руки вверх, потом вот так вот трогаем свою шею. И кто насколько может, массируем шею вдоль шеи. Потом места, где шея соединяется с головой, аккуратненько так допустим. Чувствовать, насколько ему можно. Массировать можно. Мышцы, то есть вот по всей длине шеи, там где она крепится головой и ниже. И вот эти места, где плечи, то есть в виде шеи, а потом плечи начинается. Вот тут особенно много зажимов. Если у кого-то мурашки, значит, они были зажимы. Хорошо, мурашки. Потом гильотина. Так, теперь руки немножко устали, сбросили напряжение. Теперь такое упражнение. Руки свободно болтаются, и мы мычим. Делаем вдохи. Знает позу атланта, который держал голову мира. Нужно вот так взять и потянуть свою макушечку, темечку вверх, как будто нас кто-то за верх тянет вверх. Соединяясь с общим потоком, соединяемся.